Всех приветствую. Давайте посмотрим, что сегодня с биткоином. И как видим, да ничего не произошло. Даже добавить особо нечего, потому что, сказал вчера, совершенно непонятная ситуация. Сейчас рынок находится, то есть то ли вверх, то ли вниз. Гадать вообще бесполезно. Вот эти варианты. То ли сразу вверх, то ли дадут откаты вверх, то ли сильно сольют и потом вверх. Вот и все. Повторяться не буду. Вчера то же самое говорил. Сейчас видео будут выходить, кстати, днем, не утром, потому что нет времени на них сейчас особого. По эфиру у нас интересная такая ситуация, он довольно сильно вырос, но, как я говорил, либо проторговкой улетит, либо сольют. Но в итоге не слили, этот вариант отменяется. Этот вариант, смотрите, что тут у нас есть. 1, 2, 3, 4, 5. Что это означает? Вот это означает. Поэтому вот здесь я буду покупать, здесь шортить, наверное, не буду. То есть, что это означает? Скорее всего, биток откат даст. Такой солидный откат на 10, 100, 10, 200, судя по эфиру. Может ли эфир так сделать? Не может. Может так сделать? Может. Поэтому осторожней, кто в лонгах. Вот такое у меня пока по нему мнение. Дальше, что у нас тут есть? Давайте посмотрим к битку. Битку у нас интересная такая штука. У нас есть импульс, коррекция, импульс, и все. По идее, он может туда пойти. А может дать небольшой откат и еще выше пойти. Если он делает вот так, вверх, то это to the moon. Поздравляю, мы наконец-то пойдем куда-то вот сюда, или даже сюда. И, соответственно, эфир к доллару пойдет сюда, или даже сюда. Так что ждем. Интересный такой момент. То есть сейчас на самом деле предпочтительно все-таки покупать. Но не по текущему, а чуть подождать отката. Потому что график такой или что откатит. Можно ловить еще лайт примерно по 70. Потому что мы видим? 1, 2, 3, 4, 5. Вот такое вот я жду и туда. Так что вот здесь ловить имеет смысл. По идее стоп вот сюда ставите и все. Есть импульс вот заходной. То есть по моей технике надо ждать откат, ловить, ставить стоп за начало импульса и ехать выше. То есть все неплохо выглядит для крипты. Слить-то вряд ли сольют, но тем не менее коррекцию могут дать, так что ловите. И на этом все, до следующей встречи.